Первое. Как эзотерически помочь человеку бросить пить алкоголь и изменить его судьбу? Даю по пунктам. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, первое. Когда вы успокоитесь и будете сидеть дома, старайтесь не думать об этом человеке и не беспокоиться ни о чем. Постарайтесь расслабиться и в какой-то момент произнести себе слова. Пусть мое сознание живет сейчас отдельно от моего тела. При этом очень хорошо лечь. Не делайте это сидя даже, лягте на спину. Когда вы придете в такое состояние, при котором вам покажется, что ваше тело живет отдельно или вы чувствуете его отдельно от своего сознания, условно можно назвать состоянием транса. Не нужно ничего читать или считать. Находитесь с открытыми глазами, смотрите в потолок. Кстати, можно это делать и сидя, кстати, это можно делать и в случае, если вы просто куда-то идете, просто в том месте, где небольшое количество людей. Начните думать о человеке, за которого у вас болит сердце, допустим, о своем сыне или о своей дочери. И в этот момент, подумав об этом человеке, представьте, будто вы смотрите на большое, но при этом очень ровное озеро. Это очень ровное озеро, это жизнь этого человека. То есть этот человек находится в этом озере, и представьте, будто человек, который выпивает, находится в этом озере в виде большой рыбы, которая лежит на самом дне. А вы мысленно смотрите через призму этой воды на того человека, который вы условно знаете, что это ваш сын. После чего, третье. Представьте, будто вы берете своими руками мысленно или духом своим, или еще чем-либо, и поднимаете этого человека с самого дна. Пятое. Дуете на него и представляете, будто он барахтается со всей силы. И, в общем-то, произносите, что-то делать при этом не нужно. После чего мысленно его поцелуйте. В лицо, в левую часть лица, в правую часть лица, в лоб, подбородок и после этого сзади, в затылок. На этом эзотерическая практика избавления человека от алкоголизма заканчивается. Ничего больше делать не нужно. Если ее делать какое-то время, а сколько именно, опять-таки, зависит исключительно от наличия у вас психической энергии. В случае, если человек барахтается сильно, найдет работу. В случае, если его подняли из дна, у него появится новое видение жизни, пассивность, злость. Чем дальше на дне, тем он агрессивнее, тем он вспыльчивее, тем он ненавистичнее. Чем, если барахтается на воде, то тогда хочет работать, в жизни все у него может налаживаться и так далее. Сколько раз выполнять и сколько это представлять? Но это можно представлять 15-20 секунд, минут. Делайте на протяжении дня 3-4 раза. И мои рекомендации: обязательно, когда вы это все делаете, в тот момент, когда вы поднимаете, думаете об этом человеке, старайтесь максимально чувствовать к нему состояние максимальной нежности, как будто он самое хорошее, самое доброе и самое привлекательное существо. Это и поможет этому человеку бросить пить. Очень хорошо работает, если мама делает сыну. Не очень хорошо работает, если теща делает зятю. Ну, как-то это так работает, но опять-таки с кем-то это сработает.